три витка, нигде не подключенные. Выход градиентной катушки идет на диодный мост и на лампу. Сперва намотано 29 витков обмотка 0,75 мм квадратных проводом, который вот из такой обмотки достал. И потом поверх еще намотано под 12 витков провода. Вот таким тоже, таким же самым проводом, только вместе два провода мотались одинаковой длины. Потом концы их соединив в среднюю точку, тут вот так идут. И феррит тут такой какой-то побольше, мне кажется, чем вот этот. Вот немножко вроде бы больше. Может, него, мне кажется, проницаемость повыше. Вот какой эффект. Вот как сильно он шипит. Вот этот транзистор я специально делал через вот такие дорожки, чтобы лучше наводки ловились. Вот эти 29 витков идут, или 28-29, на индуктор 20 метров, который из разных кусков проводных смотан. Ну, теперь частоту буду менять. Руку дотрагиваю. Теперь качер не включен. Он вот тут питался 28 витков. Вот, прикасаюсь, шипение меняется. Ножку тоже. Вот этот транзистор холодный, а вот этот теплый. Это, видимо, этот транзистор нормально качает, а этот ненормально. Он на водке ловит, а то на драйвере. Вот с этими вот. Частоту меняю. Это понижаю частоту. Вот как он начинает беситься. Сейчас я повышаю. Этот холодный. На одном транзисторе запирающем под этой изоляцией. Так меньше наводок ловится, а на драйвере больше. Ну и тут 10 Ом резистор затвор, тут 2 Ом резистор. Но на 10 тут то же самое будет, наверное. Просто драйвер лучше наводки ловит, чем вот этот биполярный. Но тут наводки могут играть ключевую роль. Если не будет наводок ловить, тогда может ничего не получится.